Привет, я Лунтик, я снова с вами. Дедушка Шнюк. Эй! Ой! Пойдем к нам домой и еще во что-нибудь поиграем. Пойдем. А как это домой? Дом — это место, где ты живешь. А где я живу? О, хочу жить там. Эй, ты куда? Там же Шнюк живет. Вернись. Как ты сюда попала? Через окно, конечно. А мой новый дом очень уютный. Но это я тут живу. Это мой дом. Мы можем жить вместе. Давай играть. Лунтик! Лунтик! Привет. Что случилось? Луна пошла в дом Шнюка. Она решила, что это ее дом. Он же ее до слез заворчит. Нет, это она его до ужаса запляшет. О, что это? Не трогай мой портрет. Вы не волнуйтесь, он станет еще красивее. Неплохо. На скрипке так не играют. Давай ее мне, я покажу. Сыграйте что-нибудь веселое. Я не играю веселые мелодии. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну ладно. Она перевернет все вверх дном в его доме. Нет, это он замучает ее воспитание. В общем, Шнюка и Луну надо спасать. Как я не догадался, маленьких детей надо вовремя кормить. Вот, угощайся. А я пока вздремну. Дядя Шнюк, как вы себя чувствуете? Я чувствую. Ну, что я и говорил, полный беспорядок. Мы сейчас все уберем и заберем Луну. Не надо забирать, теперь ее дом здесь, я буду заботиться о ней. А сама-то Луна где? А, как это? Где она? Пропала. Давайте мы все вместе ее поищем. Пора играть! Тише! Не видите? Ей надо отдохнуть. Сладких снов, малышка. Дедушка Шнюк будет оберегать твой сон. Похоже, Луна нашла себе не только дом, но и дедушку. Дедушку Шнюка. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Как
когда у Шнюка душа поет. Ну что, начнем, друзья? Похоже, я не в голосе. Что с тобой, Шнюк? Я так нервничаю из-за Луны, что петь не могу. Она так и норовит затеять что-нибудь опасное. То с высоты зонтиком сиганет. Летать она, видите ли, хочет. То расшалится и чуть в озеро не свалится. А вчера на тарзанке каталась. Никогда не знаю, что придет ей в голову в следующий раз. Тебе надо поговорить с ней. Да, надеюсь, она послушает меня. Дедушка, смотри, что я нашла! Луна, нам надо поговорить. Пожалуйста, не делай так больше. Я петь не могу. Так нервничаю из-за тебя, что даже голос потерял. Прости, дедушка, как же нам вернуть тебе голос? Может, голос вернется ко мне, если мы займемся чем-нибудь поспокойнее. О, да, это ты хорошо придумала. Будем смотреть фотографии. А это кто? Это моя бабушка. А это? Это я, маленький. Какой ты веселый! Да, в молодости я только и делал, что веселился. Просто обожал маскарады, танцевал и пел. Пел? Дедушка, я кое-что придумала! Луна! Лунтик! Кузя! Мне нужна ваша помощь! Привет, Луна! Что случилось? Нужно, чтобы дедушка перестал беспокоиться и снова смог петь. Не смотри, не смотри, смотри! Здравствуйте, дядя Шнюк! Здравствуйте. Мы хотим поиграть в пиратов. Покажи нам, как ты играл в пиратов раньше. Нет. Дедушка, если хочешь, чтобы к тебе вернулся голос, ты должен веселиться. Дядя Шнюк, вы знаете какие-нибудь морские песни? Ну, лодка моя, лодочка. А дальше? Лодка, лодочка плывет, волны рассекает. Ветер песенку поет, шумит, не умолкает. Кажется, мне уже лучше. Лодка, лодочка плывет, волны рассекает. Ветер песенку поет, шумит, не умолкает. Настечь, мы тонем! Мы тонем, помогите! Дядя Шнюк, что же делать? Знаю, черпайте воду! Это было слишком опасно. Больше никаких приключений. Я понял. Дядя Шнюк беспокоится о тебе. Он не хочет, чтобы с тобой что-то случилось. Может, мы сумеем придумать что-нибудь? Дядя Шнюк, может, Луна будет спрашивать разрешение перед каждым приключением? Ладно, только чтобы приключения были не слишком опасные. Луна, если дядя Шнюк говорит, что твоя игра опасная, придумай что-нибудь другое, не опасное. Договорились? Хорошо. Ура! Ну что, споем? И раз, и два, и раз, два, три. Если спокойно все обсудить, можно найти такой выход, чтобы всем было хорошо. А когда всем хорошо, душа поет. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет.
А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Плакса. Ну вот, настоящий праздничный пирог. Ой! Мила, тебя кто-то обидел? Сейчас мы ему покажем. Никто. Куличик сломался. Не плачь, мы другой построим. Не хочу я больше куличики лепить. Тогда давайте блинчики пускать. 3, 4. Ну, Мила, давай. Ну вот, мой камушек сразу утонул. Не расстраивайся, это же игра. Не хочу я играть. Есть идея. Пошли землянику искать. Мила, вот увидишь, ты самую большую ягодку найдешь. Нет. И здесь нет. Здесь тоже нет. А вдруг Мила не найдет ягодку? Опять будет плакать? Надо что-то придумать, чтобы она не плакала. А может, нам тоже плакать? Как это? Понарошку. А Мила станет нас утешать и сама не будет плакать. Это ты здорово придумал! Нет здесь никаких ягод. Вы что? Я ягодку не нашел! Я промазал! Я такой неловкий! Посмотрите, я тоже не могу попасть в корзину. Что? Мы делали это для того, чтобы ты нас утешала, а сама не плакала. Значит, это не вы, а я плакса. Вот так Лунтик и Кузя отучили Милу плакать по пустякам. И самое главное, сделали это весело и не обидно. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Лунная подруга. Все спят, а мы не спим. Да, мы гуляем, нам можно.
кто включил свет? Кто там? Чудище. Чудище? О. Где вы его видели? Никого нет. Ты чего кричал? А ты чего бежал? Следы! Они выглядят как мои. Я хочу найти чудище. Время приключений! Ура! Ребята, думаю, оно там. За мной! Ребята, смотрите-ка! Себе новую подругу с Луны. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ловушка. Не трогай, это для гостей. А я это варенье не хочу, из одуванчика. У нас всего одна баночка. Когда еще эти гости будут? Будут, пусть стоит. В
все на прогулку. Сегодня идем к пруду. Все в сборе? Все. Пошли. Съем одну ложечку и бегом к пруду. Ого! Давай на него заберемся. Ой! Интересно, а что там внутри? И правда интересно. Всего одну ложечку, никто и не заметит. Ты что-нибудь видишь? Нет. А ты? Ты слышал? Здесь кто-то есть. А? Ой! Здравствуйте! А, это банки разбились. Похоже, здесь кто-то живет. Пойдем посмотрим. Я вам покажу, как в чужом доме безобразничать. Ты что-то сказал? Нет, тебе показалось. Закрыто. Пойдем там посмотрим. Ты видел? Что? Ой, ой, что это? Веревка. Но когда мы туда шли, ее не было. Да, странно как-то. Надо выбираться из этого ужасного места. Спасите! Помогите! Кузя, беги за помощью! Нет, я тебя здесь одного не оставлю! Я задержу их! Хорошо, я мигом! Держись, Лунтик! Помогите! Спасите! Лунтик, там! Мы шли и провалились! Я за помощью! А это какой-то дом ужасов! Вот он! Но это наш дом! А никакой не дом ужасов! Помогите! Что ты делаешь? Дом от хулиганов спасаю! И кто здесь хулиганы? Он! А? И он! Это никакие не хулиганы, а наши добрые соседи. Вы уж его извините. Он не знал, что вы сюда случайно провалились. И вы нас извините. Мы ваш домик нечаянно сломали. Букашки решили, что Лунтика и Кузю вполне можно угостить заветным вареньем. Тем самым. Такое вкусное! Из одуванчиков специально для гостей варили. А кто-то говорил, что к нам гости не ходят. Кстати, а зачем ты вернулся в дом? Лунный гость. Что это? Я падаю. Значит, расту. О,
куда я падаю? Щука-клюка. Ты кто? Что значит кто? Я Пискарь Иванович. Меня тут все знают. А ты кто такой? Я не знаю. Ай, ай, что-то схватило меня. Ух, хулиган! Ой-ой-ой. А кто открыл дверь? Да уж, конечно, не я. Доброй ночи, тетя Мотя. Я только что пострадал от чего-то огромного детеныша. Наверное, жука-плавунца. Он хотел украсть у рака домик. Хорошо, что поблизости оказался такой герой, как я. Мягко и не страшно. Ой, темно. Сказки. Жуку-плавунцу такое не под силу. Помяните мое слово, он и до вас доберется. Ой! Ой! Я? А, ты еще не вылупился? Нет. А хочешь, я постучу тебе по стенкам, чтобы они скорее раскололись? Ой! А? Спасите! Это жук-плавунец! Ужас! Спасите! Плавунец! О, луна! Огромный жук-плавунец. Это безобразие посреди ночи ворочает камни. Нахал. Да, да, огромный нахал. Ой. Это жук-плавунец. Вот я и добрался. Имени. Первое предлагаю имя — Нектаринка. Ой, какое красивое!
Нектаринка? Нектаринка! Да, это от слова нектар. Я тебе его покажу. Залезай на цветок. Вот это и есть цветочный нектар. Он очень вкусный. Мне нравится. Хочу еще. Только немножко. Он очень-очень сладкий. Я буду нектаринкой. Подожди! Много сладкого вредно. Нектаринка! Нектаринка! Бе! Слишком сладко! Нектаринка, что с тобой? Я переела! Не зовите меня нектаринкой! Так-так-так, а у девочки все еще нет имени. Меня зовут Кузя, потому что я кузнечик и могу прыгать. Опа! Бежим! Смотри! Хоп! Хоп! И если ты тоже так сможешь, я назову тебя Прыгунья. Сложно быть кузнечиком. Ты просто прыгай выше и лети. Знаешь, ты не совсем прыгунья. У кого есть другие идеи? Для того, чтобы скакать как Кузя, много ума не надо. И имени специального не надо. А для чего? Для чего много ума надо? Чтобы хорошо поесть. И хорошо полежать. Если ты умеешь хорошо лежать, мы назовем тебя Лежебока. Как красиво. Нет, кажется, я не Лежебока. Всем привет! Привет, пчеленок! Мы пытаемся подобрать нашей подруге имя. Поможешь? Меня зовут Пчеленок, потому что когда я вырасту, я буду пчелой. А ты кем будешь? А я буду... Лунтиком! Нет, Лунтик же я. Ты не можешь быть Лунтиком. Ну и пожалуйста, тогда я буду... Я не знаю. Никогда тебе имя не выберем. Я знаю. Имя тебе должны дать твои близкие. Это как? Ну, мы с тобой близкие. Ведь ты тоже с Луны, как и я. Меня зовут Лунтик. Так может, тебя надо назвать Луна? Ура! Мне нравится! Ура! Ура! Вот так наша новая подруга получила замечательное имя – Луна.